ли выпускать и как? Я сейчас организую, сейчас фотографирую. Зимой нельзя. А почему нельзя зимой выпускать янтарную собаку? У нее запасов. Да, у нее запасов. Поэтому... Запасов каких? Печенье, конфеты? Да. Где-то в отдельном буфете сейчас или как? Ну, схожу, говорю. То, что она ест, например, там потом какие-то... Да, вот вопрос, вот что ест янтовидная собака? Мясо. Всеядная, вот Анечка правильно сказала, она всеядная. Мясо, конечно. Ну, например, вот она сейчас не запасла ничего, ее нельзя. Так нет, в каком виде-то она это запасает? В виде как белка, склада провизии или в каком-то другом виде? Как она запасает? Закапывает. А еще какие мнения? Мне кажется, подкожный жир, наверное, да? Наверное, она отъедается... Она в спячку, мне кажется, впадает. А как она впадает в спячку? Вообще прям вот как медведь ложится на берлогу, улыбается? Нет. Ну, например, 2 или 3 дня поспит, потом... Угу. Потом побегает, попробует найти себе что-нибудь съестное и опять закончится.